Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, точнее, Алехандро Халецкого, который ведет свой остров тропика к процветанию. Я попытаюсь все-таки закончить игру наконец-то. Затянулось немножко прохождение, но надо уже записать до конца. Мне в комментариях написали, что у меня свалки не работают, потому что тут надо вот это заполнить нажать, оказывается. То есть вот это восклицательный знак означает заполнить, закопать накопившийся мусор на полигоне. Ну, я не знаю, правда, почему он накоплен здесь? Где тут вообще показатели накопившегося мусора или нет? Ну, ладно. Пока работаем. Так, торговля у нас идет со всеми. В общем-то, надо еще производство начинать строить. Что у нас по безработных? 156. Ну, высоковато безработица, 15%. Надо больше мне производственных зданий, видимо, строить. Да, кстати, тоже писали в комментариях, что я вот указ не сделал, когда строил здание. Надо было... Где этот указ был? На индустриализацию. Сделать указ, чтобы дешевле 50% было строительство всех производственных зданий. Что у нас по промышленности вообще? Дом моды построен, производство сока построено. Рейд выполнен, саботаж. Готово? Замечательно, что... Отлично. Да, за швейцарские франки напрягать. Можно что-нибудь покупать. Но решение мне нужно как можно скорее. У нас как бы цель накопить швейцарские франки, но это просто поставлено, чтобы... Так, стимулировать торговлю. Новое предложение надо. Фракция КВ. Отель Небоскреб. Ну, открывает чертеж. В принципе, почему нет? Откроем еще одну ячейку, давайте. Пускай будет. Надо чертежи открывать. Значит, у нас из промышленности текстильная фабрика. Давайте глянем вообще, что у нас построено. Промышленность. Сталелитейный, верфь, сыроварня. Производство. Да, да, по-моему, тут все. Завод электроники построен даже. Должен быть, во всяком случае. А, нету завода. Нет, есть завод электроники. Ну, значит, мне осталось только фармацевтическую компанию построить. В общем-то, и вся промышленность... Ну, оружейный завод. Еще оружейный завод. И вся промышленность будет создана. Культурное разнообразие второго уровня. Это что нам вообще дает? И автострада второго уровня. Коэффициент эмиграции на 15%. Автострада. Быстрее транспорт двигается. Ну вот мне сейчас эмиграция не особо на самом деле нужна, потому что у меня слишком много безработных. Слишком много безработных. Так, везде у нас вроде как... Президенты, инвестируйте в тропика. Здесь здравоохранение, платное здравоохранение. Вы сажаете деньги, чтобы вырастить метро. Денежное дерево, хотел которое сбрасывает деньги, метро. Чтобы вырастить новые деревья. Как у нас вообще отношения с фракциями? Ну вот с верующими только низко, и с консерваторами. Ну, в принципе, поддержка 82%. О, как продалось, 50 тысяч. Ну, давайте попробуем очистить свалки. Точнее, заполнить. Так. И... Так. Что у нас по мусору? Вообще. По загрязнению. Ну, эта свалочка немного дает. Но мне тоже писали в комментариях, типа, построить... Метро рядом с промышленностью, но я построил метро рядом с промышленностью. В общем-то. Мировая рыночная экономика открыта. Это что, это конституция или что мы открыли? Тема конституции.
Так, значит, выбираем. Протекционизм. Все предложенные торговые пути прекращают действовать. Свобода торговли. Все цены на экспортных повышаются на 10%. Стандартные экспортные цены понижают. Так, а почему я не могу выбрать эту? А, потому что конституция меняется. Там время нужно. В сентябре 1974 года поменяем. Ладно. Так, и бездомных у нас. Ну, сначала, я считаю, надо... Так, как тут метро действует? Трав безопасности снижается на 10. Что у нас, кстати, по электричеству? Баланс сети плюс 17. То есть мне на самом деле еще бы солнечную электростанцию сначала построить. Потому что эта фармацевтическая компания вон 80 будет требовать. Знаете что, давайте еще одну... пока... Блин, это инфраструктура. Компанию перевозчиков построим. Месте. Блин. Давайте вот так поставим. Вот так, здесь. Чтоб довозили. Я думаю, что... Это важная инфраструктурная штука. Так, политика. Отношения со всеми средние. Я тут у всех денег попросил, поэтому немного. Какая из сделок серии. Вам приглянулась? Они все законны. Конституция действительно открывает чертеж ресторан. Давайте возьмем. Это новое предложение. Ну, у меня торговых путей сейчас уже дофига. Я бы еще 10-й, последний выкупил. Только 15 тысяч стоит. Тоже стал бы что-нибудь продавать. Те не довозят товары до... Вот приходит грузовое судно и плюс 0. У меня 3... Слушайте, может мне один порт тогда убрать, в принципе? Вот этот давайте я уберу. Мне два порта, судя по всему, достаточно. Чертеж семейный курорт открыт. Так, что у нас там по рейдам вообще, кстати? Шпионаж чертежи. Ну, здание — это всякие режимы работы зданий. Статую Свободы я уже ограбил. Осталось центр кибероперации, кстати, поставить. А, ну пускай чертежи продолжает порвать. Увеличиваем бюджет. Вечернюю смену. Так, я думаю, что с доставкой тут всего... Так, кредитный лимит мне не нужен. Еще все правительственные здания поставлены. Иммиграционные... Слушайте, может меня закрыть уже... Вы закон, президенты. Никто в вас не... О, тему миграции как раз изменить. Я вот подумал, что меня поменять бы. Во-первых, тут поставим международные торговые партнеры. А во-вторых, где миграция? Вот. Вот, граждан... А, это эмиграция.
Вероятность того, что недовольные граждане останутся в тропике, снижается на 50%. Пускай вот недовольные валят. Вот так. Тут не важно на какую, да, изменить. Так, значит, мировая рыночная торговая, международные торговые партнеры и вот так. Все, пускай. Я так рад, что заключил. Уезжают. У меня просто очень много безработных и бездомных. Я пока не вижу, как мне это изменить. То есть я поставлю еще несколько производств. Плюс мне еще надо электростанцию поставить. Роскошный отель. Что сказать по отелям? Тут заполнено. Ну, более-менее заполнено. Тут тоже более-менее заполнено. То есть какие-то туристы приезжают, в общем-то. Мне бы еще... конечно... Дома... О! Чего не хватает? Золото. Ну, у меня вообще две этих... Два рудника стоит. Производительность повышается. И в автоматизированные шахты. Так, обязательная вакцинация открыта. Это, наверное, стоит... Принять закон ухудшает отношение к экологов, ухудшает отношение верующих и ухудшает экологов, наверное, все-таки должно улучшать. Почему? Ну, верующих еще понятно, почему они там эти вот. Почему ухудшает? Наверное, перевод все-таки странный. Как может быть ухудшать отношение экологов? Очень печально. Издаем указ. Как у нас по... Вообще общая удовлетворенность 70, это выше крыши, здравоохранение 80 вообще. То есть только жилья не хватает на самом деле. Даже с работой более-менее. Грузовосстание понизилось до отсутствия. Отлично. Станции метро тут есть. Там есть. Ну вот у меня 4 станции метро, кольцевая линия практически. Может еще сюда, где-то тут поставить метрошку. То есть здесь у нас будет еще электростанция солнечная. Все везде довозим. Так, это рыболовецкий, вот порт. Молоко, мясо, эти все привезено. Кучу всего можно продать. Так, давайте еще один торговый путь купим. И куда будем посылать? Давайте посмотрим наши отношения. Мне бы, наверное... Совсем одинаково, на самом деле. Есть какой-нибудь торговый путь, чтобы не особо портить отношения с кем-нибудь? Так, это экспорт. Где тут высокие цены на что? Золото. Ну, золото мы и так, у нас нехватка на... Мне надо какое-то уже произведенное что-то. Урана. Кстати, до урана мы еще не доберемся никак. Сталь, препараты. Препарат, у нас не построен завод еще. Можно, кстати, выбрать препараты и заодно, собственно, на завод уже. Мебель. Мебель мы не продаем, да? Но мебельный завод у нас должен быть. Да, давайте мебель. Отлично. Так, у нас 10 торговых путей. 10. Так, что с политикой?
Ну, ухудшилось немного со всеми остальными, когда с Евросоюзом заключил союз. Нормально. Не союз, а договор. Что у нас там по исследованиям? В очереди стоит запрет лампочек. А все это исследуется в очереди. Здесь что не исследовано? Ядерные испытания. Ну, серьезно, у меня уже общая удовлетворенность вообще всем отличная. То есть мне надо чисто им работу организовать и жилье. Все. Я пришел к вам сразу, как только раздобыл президента. Что скажете? Отношения с фракцией интеллигенция. Открывает исследование, развлекательный центр. Ну, это режим работы. Отношения с фракцией улучшает. Нет, ничего пока этого не надо. В прошлом прогресс шел с семимильными шагами. Но ноги устают. В будущем... Отношения лучше. Вообще глянем. Интеллигенция 76. Экологи. Да, странно, что у всех одинаково. Как бы во всех фракциях одинаковое количество людей примерно. Оппозиция 7% всего. Известный мятежник один. Один мятежник такой ходит. Не люблю Алехандра Халецкого. Давайте его сверху, такие идиоты, иди отсюда. Так, теперь чертеж автобусный парк открыт. Теперь, ну, кстати, нафиг нам чертежный, этот. Улучшается немножко отношения, видите. Нафига нам автобусный парк, если у нас метро везде проложено? А к нам надо сначала электростанцию солнечную. Опять сколько она вырабатывает? 562. Я бы, конечно, заменял угольное на... Увеличивает еще производство энергии. Граждане требуют провести выборы, президент. Так, удовлетворенность жильем, вознести хвалу... фракции, ну, давайте верующим. Меньше всего от них поддержка. Никого не будем обвинять и ничего не будем обещать улучшить. Друзья, ну, 85%, народ тропиков, ну, золотая эпоха процветания настала для каждого ныне живущего тропиканца. Кстати, а что это по этой торговле? Что-нибудь когда-нибудь? Вашей вере в меня, Эль Президента. Бревна не продаются. Я знаю, как вы страдаете, жители Тропико. Стены трясутся, а крыши протекают. У тех из вас, у кого есть крыши. Я бы, конечно, угольные станции менял. А стены? На солнечные. Просто убирал угольные, ставил чисто солнечные, но... Господь не оставит наши. Мне электричество нужно для промышленности пока. Так что я, пожалуй, пока просто поставлю солнечную. Мы многим обязаны, как в этой жизни, так и в следующей. Запрет контрацептивов. Именно вас, друзья мои, я благодарю за то, кем я являюсь сегодня. Быть президентом — великая честь. Да здравствует Тропико! Рекорд по долгу поставлю, как же предлагали вернуться в главное меню. Ничего, мы останемся. Мы тут все. Карибская торговая ассоциация. Смотрите, запрет контрацептивов — это указ явно. Рождаемость мне нафиг надо повышать. А Карибская торговая ассоциация — это что? Наверное, какая-то конституция.
Нет, это все уже открыто. Это... Так, улучшаются отношения, видите, постепенно. Какая из сделок вам приглянулась? Создание имиджа, убедительная речь, законные. Это все нафиг надо. Все нафиг надо. Какой прок от власти, если ее не использовать? Она зачахнет, как неиспользуемая мышца. Нет, пожалуйста, кошмар. Откажусь. Мне сокращать налоги некуда пока. Что альманах говорит? Ну, здесь... Зарплаты, содержание. Экспорт. Местные услуги, услуги для туристов. На указы у нас, кстати, дофига исследовать. Надо какой-то указ убрать. 56 тысяч. Прям даже интересно, какой из указов мне... Так, это мне, наоборот, платят. Тут тоже платят мне. Вот детские пособия можно убрать. Давайте детские пособия уберем. Так. Ликвидация без... Я не думаю, что это много денег тратит. Снижает преступность. Ну, в принципе, у меня... Давайте вот военную полицию уберем. И бесплатные колеса можно убрать, кстати, потому что у меня метро. Могут метро пользоваться уже. Сортировка отходов. Затраты на обслуживание всех жилых зданий повышается. Тоже уберу. Диктант оставлю. Автостраду надо оставлять. И вакцинацию тоже надо оставлять. Ну-ка посмотрим. Должно сейчас снизиться и отношение ко мне, но и повысится сейчас... Обязательно вакцинация закончилась. Повысится... Снизится, точнее, деньги. Траты. Ну, уже примерно... Содержание, зарплаты, указы. Ну, пока не поменялось, я смотрю, ничего. Вот, указы уже на 5000 меньше. Еще на 5, нормально. Нормально. Меня устраивает. Через туристов, конечно, можно как-то играть, но... Я хочу через промышленность, то есть у меня такое... Квартирный дом горит. Уф, выжили. Потушили. Безработных много. Уверен, что добрые граждане Тропико проголосуют. Чего не хватает? Бревен не хватает. А бревна у нас в лагере лесоруб. Надо лагерь лесорубов построить. Еще одну фабрику построить. О, вот здесь, кстати, видите. Много хижин, потому что сюда добраться не могут. Но это я отменил бесплатные колеса. Сейчас больше будет хижин строиться. На выборах? Вы просто раз... Я ничего не буду менять в Конституции. Так, давайте бревна, во-первых. Лагерь лесорубов. Где поставим? Здесь. Так, дальше.
Электростанцию. Солнечную. Есть атомная, есть угольная. А где солнечная? А, вот. Недостаточно средств. Ладно, ждем 18 тысяч. Официальное сообщение после безоговорочной победы эль-президента. Оппозиция уходит в отставку и какое-то время не будет попадаться на глаза. Ферму. Что мы тут продаем? Я думаю, что никак не продается. Какао. Может, какао начать выращивать? Сыр. Это сыр отдельный завод. Золота постоянно не хватает. Какой-то новый указ открыл. Производитель всех школ и колледжей повышать. Ну, не буду пока. Так, что у нас по деньгам, по экономике? Вышли в плюс. Отлично. А что у нас расходы? Ну, строительство, понятно, содержание. Дома, квартиры. Зарплаты, компания перевозчиков. Самая высокая, ну это тоже понятно. Я им самую высокую поставил. На указы всего 4200 идет. Все, окей, сейчас в плюс будем выходить. Электростанцию ставим. Потом завод. Но, кстати, не открыто. Ведь еще фармацевтический и оружейный завод, еще надо купить эти чертежи. Опять надо платить за... Я не понимаю, как эта свалка работает. Чё надо постоянно 10 тысяч платить за... заполнить? Куда он вообще закапывает? На какой полигон он закапывает? Всё. Работы, я бы даже здесь обе станции модернизировал. 10%, смотрите, 10% это сколько сверху будет? Она дает 450, то есть 10% это 45 за 5000. Мне кажется, невыгодно. Ну то есть за 5000 ты получаешь 45 мегаватт. Я могу, так как у меня две электростанции, то это 10 тысяч, я получу 90 мегаватт. Так я за 15 тысяч могу еще одну электростанцию поставить. Получу 450 мегаватт сверху, еще и рабочие места для людей. Ну и смысл? Нет никакого смысла это запускать. Так, что у нас? Порту, молоко, ром, шкура, шоколад, электроника, лодки, все в продажу. Так, что у нас тут с лесорубами? Питомник, цепные пилы. Это везде взято, да, вроде как везде. Производительность 120%. Отлично. Так, чего тут не хватает на заводе электроники? Золото. Блин, мне надо золотые шахты, наверное, улучшить. До
Так, записи о прибыли, во-первых, поставим. Во-вторых, модернизируем. Блин, я сейчас случайно все модернизирую. А мне только, золотоносные. Так, бурильная машина, модернизация. Я никогда не считаю цыплят до того, как они вылупятся. Но... Где еще у нас золотая шахта? Шахт у нас золотых две, если я ничего не путаю. Промышленность. Странно, один написан. Как один, если вот золото. И вот золото. Может, это автоматизированно имеется в виду, я говорю. Почему у меня за... Железо, уголь, железо, никель, золото. Канал Уно. Здесь молодежь Тропико может высказаться. Мы знаем, каково вам народ. Ведь и мы были когда-то молоды. Блин, я только зря деньги потратил. Я апнул. Но... И модернизировал эти... Блин. Ладно. А, сюда не доходят. Ща. Тут надо станцию ставить. Где у нас вообще еще золото? У нас, по-моему, оба... А, вон еще, кстати, золотая шахта. Ее еще... модернизируем. Все, пошла работа, да, пошла. Все, золото у меня сейчас должно быть дофига. Мне постоянно то на ювелирной мастерской не хватает, то на заводе электроники. Пластмассы вон дофига. Так, а тут что не хватает? Каучука. А где у нас добыча каучука идет? Подождите, у меня уже автоматизированы эти гидропонные плантации, которые вообще не требуют ничего, просто каучук и все. Так, золото мы сделали, чтобы добывалось. Еще производительность можно на 50 повысить. Сильно, кстати, тут три рабочих, а на такой, ну, спинная скважина 4, а вот 4, где угольная у нас, или там никелевая, по-моему, была, вот, или никелевая, вроде 4, то есть я снижаю количество рабочих мест таким образом. Политика разрядки, а что политика разрядки дает? Это указ. Да, и Карибское торговство создает один случайный торговый путь для каждого из карибских. Нет, политика разрядки. Каждый мятежник и лидер может потерять свою роль. Каждое грузовое судно, отплывающее из тропика, снимает одну единицу загрязнения с каждой свалки. Налоговый рай увеличивает доход от всех обычных и офшорных офисов. У меня нету ни одной. Так, запретка не нафиг надо. О,
Легализация. У меня с верующими и консерваторами и так хреновые отношения. Вот. Легализацию можно устроить. Ну мне зачем будут нам деньги дополнительно давать? О, президенты, я думала, что уж вы-то не навлечете на себя гнев Господень. Ух ты. Анафема от верующих. Прикольно. Давайте пускай. Я не буду запрет контрацептивов делать. Какой прок от власти, если ее не исп... Супер вечеринку для дипломатов я бы издал указ такой. Когда международ... Тем более улучшается отношение со всеми. Ах, президенты, все-таки граждане до этого теряют дошло. Личный опыт, посещает церковные строения. Молилась, чтобы у вас поубавилось. Я так рад, что заключил с вами. Может убрать церковные строения просто? Верующие 8 всего лишь. Вау. Консерваторы 19. Ну, вот у меня с верующими консерваторами. О, 54 всего поддерживают. Это интересно уже начинается. Так. Хотя удовлетворенность веры 70. Я слишком много церквей поставил, мне кажется. Вот в чем дело. Официальное сообщение дворца подтверждает, что Бог любит Эль-президента. Баланс сети 277. Чья вера тверда, как камень. Святых пресс-релизов Тропико. Надо постепенно угольные сейчас будет убирать. Давайте строю еще одну солнечную. А тут район электростанций. И убираю угольную, как эту построю, только угольную я вот тут уберу. Хотя если я тут уберу угольную, тут надо подстанцию будет сделать. Сейчас, наверное, сразу ее поставим. Чтобы я не забыл. Станцию метро бы провести сюда. Хотя тут не так много рабочих. Три. Современный особняк. Это в жилом, да? Рейды продолжаются. Вы действуете очень решительно, президенты. Это очень по-тропикански. Еще и консерваторы нескольких не наших великих меня. Лидеров даже порешили. Политические последствия в случае неудачи отозвать выборы. Будут проведены досрочные сторонники консерваторов, снижают личный опыт других граждан, которые встречаются в тренинге в течение одного года. Как вот... Я понимаю, ладно, еще посещение церкви снижает личный опыт, хотя тоже очень странно, типа, ладно, типа вы вместо того, чтобы обучаться и улучшать, собственно, это, вы ходите в церковь. Но как консерваторы могут снижать личный опыт других граждан, с которыми они общаются? Здравоохранение на гибридную. Кстати, вполне может быть, потому что у меня со здравоохранением нормальная удовлетворенность. Что там? Так, здравоохранение. Гибридная система. С любым уровнем дохода бедные граждане обслуживаются бесплатно, получают только 75% удовлетворения. Вообще нормально. Давайте. Президенты, послушайте. Улучшим хоть с фракцией консерваторов отношения. Так, значит, здесь нам надо подстанцию сделать.
деньги будут только когда. Что у нас с экономикой? Пока в основном расходы, хотя он на строительство. Уже на указы какие-то дополнительные расходы пошли. Короче, я эти свалки убираю. Я не знаю, как они работают. Они постоянно с этим знаком. Нафиг нужно. Так, ставим подстанцию сюда. И убираем угольный завод, когда подстанция будет готова. Я не хочу, я хочу, чтобы была полностью зеленая энергетика на острове. Будут чисто солнечные электростанции. Везде. Работник месяца, запрет лампочек. Давайте посмотрим, что за указы. Работник месяца. Действие данного указа. Шахтеры и промышленные рабочие работают две смены. 350 в месяц. А почему все нет? Хотят давайте больше заработать. Они больше будут производить. Вот, что-то я все исследовал. Так, давайте с конца. Платное жилье, цирк, библиотека исследована. Тут прием, колокола на пуле. О! Точно, колокола на пуле, кстати, хорошая штука. Бесплатное жилье. Но я не буду принять, конечно, бесплатное жилье. Что оно там дает? Граждане платят за аренду, отношения с капиталистами ухудшаются. Но у меня... Я с аренды прилично получаю. О, 47 тысяч с аренды. Если я выберу это бесплатное жилье, то это... Эль-президент снова убеждает так, народ Тропико, что жизнь на нашем архипелаге лучше, чем где-либо еще в мире. Спасибо вам, наш лидер. Волшебники. Знаете, волшебники и магия. Так, угольную электростанцию сносим. Как у нас по электричеству? Плюс 362. Еще одну могу электростанцию, по идее, снести. Давайте пока не буду сносить, давайте уже промышленностью займемся. Кстати, могу здесь промышленные заводы строить. Тут я станцию метро поставлю. Как... Хотя, кстати, тут лачуг не... А, не, есть. Есть лачуги. Так, 55 тысяч. Поехали. Значит, открываем оружейный завод. Ставим его сюда. И открываем фармацевтическую компанию. Ставим сюда. И станцию метро бы мне. Сколько? 5 тысяч надо. Колокола на пуле. Вот что мне точно стоит. Блин, где этот указ? Вот он. Отношение к верующим ухудшается на 30. У меня и так, по-моему, 8 отношений, да?
7. Ух. Хотя угроза восстания отсутствует. Как ни странно. Так, ставим станцию метро. Тут завод оружейный. Режим работы. Пистолеты. Нет, просто пистолеты. Я не собираюсь так. Качество работ повышается. Производительность повышается. Электричество достаточно. Фармацевтическое. Настоящий ширпотреб. Нет, внутренний рынок я не хочу. И тут ничего не улучшить. Ладно. Нефти не хватает. Кстати, надо улучшать, я думаю, эти нефтескважины тоже. Производство никеля. Так, опять не хватает каких-то ресурсов. Рыбы и ананасов? Довезли уже. Хорошо. Так, и станция метро построена. Что-то нефти не везут. Вы поставили землю во главу угла, и теперь все довольны. Или были бы, если бы знали, как важна планета. Ага. Подождите, она не улучшит никак? То есть автоматизированные шахты, фермы, фабрики, только это. А вот буровая платформа. Это на воде ставится. Это ставится на воде. Рыбхоз, кстати, можно поставить. Давайте рыбхоз поставим. А где его ставить? Тут, что ли? Ну, типа, этот рыбхоз, это вместо, я так понимаю, рыбацкого причала. Новые законы о праве на частную жизнь отменили это право. Спокойствие, истинные тропиканцы. Появилась пара возможностей. Ничего противозаконного. С консерваторами. Точнее, улучшить. Ничего, что можно было бы доказать. Все нафиг надо. Политиками так со всеми. Конституцию не буду менять. Так, исследования не выбраны. Все открыто. Государственные займы, сухой закон. Полицейский участок, радиостанция. Запрет собраний, все. По очереди открываем. Так, из указов колокола на пуле. Военное положение нет. Это я уже отменил. Уровень свобод повышается. Разрешение на оружие. Безопасность снижается. Нафиг надо. У меня нету, по-моему, налога на богатство. О, повышает затраты на строительство всех зданий, но 2% от базовой стоимости переводится в швейцарский банк. Не хочу. Просто не хочу. Так, сортировка отходов. Отменил. Что у нас, кстати, с загрязнением, когда я убрал свалки? Да, не особо что поменялось. Так, нефтяную я улучшить хотел. Так, дальше. Улучшаем все плантации, я думаю. Модернизирую, я имею в виду.
Так, эти фермы. Плантации модернизированы, фермы и рудники. О, не люблю я злиться. Это портит мне карму. Еще станцию метро хочет. Ну, давайте. Тут, кстати, пользуются станцией метро вообще. Ну, вроде как, да, так. 9 пассажиров. Просто интересно посмотреть. Тут 19. Я за месяц смотрю. Два. Ну, не сказал бы, что это прям так много. 6. Жаль, у всех прям машины есть. 30. О, тут, кстати, серьезно. Знать бы, куда еще станцию поставить. Тут не хватает каучука, опять не хватает. А что ж так у меня с каучуком? А тут к сети. О. Баланс сети вниз пошел. Что у меня не работает? 450. Вообще 562. Странно. А, я улучшил, блин. Я улучшил все это стало электричество требовать. Ё-моё. Да-да-да. Быстрее надо электростанцию строить, иначе у нас тут сейчас проблемки будут. Все. Да, плюс 124, отлично. Граждане требуют провести выборы. Давайте признаем указ, удовлетворенность работы, вознесем похвалу. А что у меня с экологами теперь плохо так? Обвиним никого, пообещаем улучшение, ничего. Жители Трофа, давай выиграю эти выборы. Мой народ, мои дети, ваше процветание – это моя честь. Кукуруза нужна. Ваша сплоченность – моя вера. Я смиренно принимаю вашу любовь. Вы мой тропико. Да, жизнь безработных нелегка. Я это понимаю. Работа – это все для меня. Но уже скоро, жители тропико, у всех вас будет удовлетворительная зарплата, начальники и тяжелая работа. Поговорим о росте. Тропико нужно расти, как живучему сорняку. Верующие требуют наблюдения в целях безопасности. Есть, друзья, и это попец сами верующие. Станцию земли. Метро я построю, всем наверное. Всем разделяем их любовь к природе. Я смиренно даю обещание. Ведь я и есть тропико. Помните? Рыба ананас. Так, мне нужно ананасовое. Вы голосуете за меня. Гидропонная плантация. Ананасовая.
Так. И рыбхоз. Как раз рядом с портом. Так, тут у нас чего не хватает. Официальное сообщение дворца подтверждает, что Бог любит Эль-Президенте, чья вера тверда, как камень. Святых пресс-релизов, Тропико! Режим для строения: дом, газета, полицейский участок и радиостанция. Ну-ка, давайте проверим. Нет никаких режимов. Обычное обслуживание, вооруженный смотритель. В газете что? Хозяйственность. Думай. Да не, хозяйство, 5 баксов платит. Так, полицейский участок где? Это пожарка. Полицейский участок. О, всегда на посту, давайте. И радиостанция. Где она? Вот. Не, реклама общественных, пока деньги идут. Ближайших ананасовых плантаций. Ну, пускай. Надо, конечно, их все вместе было сделать. Жалко, что их перенести нельзя никак. Все, видите, там влияют они друг на дружку, а никак это не... Так, вроде как, так, что тут не хватает нефти. Рыбы, ананас. Банан, ананас. Ну, давайте банан. Давайте ананас. Еще. Дальше, что с нефтью? Почему нефть? Я ж вроде как раз улучшил тут все. Есть у нас еще какая-нибудь... Где-нибудь нефть? На воде. А, вон еще нефть. Давайте поставим нефтяную скважину тут. Нефти маловато. Так, ну и рыбхоз можно еще один тогда. Так, а здесь что-то же рыбы не хватает. Буровую платформу можно не открывать, там далековато. Эти рыбхоз не обязательно рядом с водой ставить. По электричеству.
Давайте ставим еще электростанцию солнечную и убираем. Даже две могу уже поставить. Вау. Реально такая у меня тут это. Квартал электростанций. Мобильные телефоны. Чудо, нарушители порядка или причина рака? Звоните и расскажите каналу Уно, что... Уверен, что добрые граждане Тропико проголосуют за вас, президенте. 55% точно за меня проголосуют. Лично я собираюсь проголосовать за вас много-много раз. Поэтому... Живем. Так, давайте здесь еще... Поставим компанию перевозчиков. Стали не хватает. Еще бы чуть-чуть, президенте. Да нормально. Давайте проедем конституцию, может что-нибудь получше. Так, открытое голосование, да. Народное ополчение, профессиональное. Давайте профессиональные солдаты сделаем. Дальше. Религия. Атеистическое государство. Политика занятости. Ранняя пенсия. Экология. Оставим так, разделение властей оставим, иммиграция. Люби или оставь в покое. Повышает доход зданий СМИ. Личные права. Право на личную жизнь оставим, здравоохранение. Давайте платное сделаем. Хотя у меня денег опять. Вернем систему единого плательщика. Семейные права. Ослабляет позиции религиозной фракции, да. Ну и тут все оставил как есть. Подтверждаю изменения. Так что по исследованиям все открыто. Все открыто. Там у нас еще всяких строений, типа психбольниц. Я вот... Только в это, в экономику. Пришло официальное сообщение из дворца. Тут сказано, не говорите, что победа на выборах далась тяжело. Да, на выборах у наших соседей шла ожесточенная борьба. Станцию метро экологи требуют, блин. Ну давайте поставлю, конечно. Просто только куда? Хотя вот тут, может, с этими... Нёс. Лачуги вообще. Давайте вот задание выполним. Роскошный отель и американские горки. Так. Во-первых... Американские горки. Где мы их организуем? Это на месте угольной электростанции. О, к
Красота. И роскошный отель. Крутые многовысотки тут у нас. Где, блин, отели? Вот. Где роскошный отель? Отель-небоскреб. Роскошный отель. Надо рядом с посольством Евросоюза. Где у меня посольство Евросоюза, блин? Таможня. Библиотека. Китай, Россия, Ближний Восток. Блин, я так искать буду долго. Китай, Россия, Ближний Восток. Ладно, придется в альманах идти. Китай, Россия, США, Евросоюз. О. Проблема, что тут роскошный отель может не влезть никуда. Блин. Что-то сносить придет. А, вот церковь снесем. Как раз. Все равно не влазит. Как так-то? А, тут еще не убрались эти. О! Так. С окнами на вышку. Мы поставили землю во главу угла. Торговый центр. Консерватор. Ну, торговый центр я бы вообще построил. И где он у нас? Так, отлично. Ну, давайте где-нибудь вот тут. Блин, тут цирк. О, сюда влазит. Нет, не очень, не очень. Ну, давайте сюда. Чего не хватает? Кукуруза. Нефть. Что ж у меня с нефтью-то... Постоянно не очень. Нефть. Сталь. Давайте еще, видимо, одну тогда ставить. Куда эта нефть уходит? Причем я еще угольные станции, которые тоже потребляют нефть у меня. Вроде удаляю. Так, баланс сети плюс 869. Это можно, значит, сносить. Две угольных электростанции, чтобы они тоже нефть не жрали у меня.
Президенте, благодарю за помощь. Я благодарна за помощь, президенте, но, боюсь, возникла проблема с вашими документами. Бесплатный случайный чертеж, давайте. Так, что там в американских горках вообще? Какие варианты? Президенте, послушайте меня. Отношения с Францией консерваторы. Сталь, надо больше стали. Ну, со сталелитейным заводом. Горячая прокатка. Дуговая электропечь. И не хватает электричества. Так, еще солнечную электростанцию. Район электростанции, а? Конечно, на солнечном острове именно и смысл в солнечных электростанциях. Кукурузы не хватает постоянно, что ж у меня? Кукурузы-то так все. Гидропонная плантация, кукуруза. Так, тут метро у нас стоит. Чего еще? Ну, электричество сейчас появится. Электричество сейчас появится. Так, давайте построим уже следующую вот эту шпионаж там. Центр кибероперации. Среди ферм, чтобы никто не догадался. Среди плантаций, в смысле. Ну, где у них центр кибероперации? Никто же не догадается в плантациях смотреть. Ну, я так думаю. Так, с политикой со всеми зашибись отношения. Торговля ничего не закончилась. Что из этого у может вас заинтересовать? Аэропорт можно конечно, купить, чертеж. И форт. А что аэропорт делает? Наверное, для туризма. А роскошный отель для несметно богатых, наверное, не особо заполнен, да. Говорят, что война полезна для бизнеса, развести но на офис, самом деле для штаб бизнеса Минобороны. Полезно давайте заработать офис. Кучу денег. Капиталисты, коммунисты, верующие, ну то милитаристы, я надеюсь, милитаристы поубивают всех верующих просто, вот все. Экологи нормально уже повысилась, интеллигенция против консерваторов. Вообще, на самом деле, вот это даже показывает в некотором смысле мои воззрения. Единственное, что я все-таки больше к верующим, чем к милитаристам. А тут, да, я больше скорее за промышленность, чем за экологию. Ну, интеллигенция, само собой. Я больше за капитализм, чем за коммунизм. Давайте, наверное, уже начнем дома какие-то строить. Ну, в смысле, вот эти крутые высотки. Только надо указ принять на... Так, знаменитое производство всех школ и колледжей повышается. Давайте примем. Как вы знаете... Вакцинация, я думаю, нафиг надо.
О, туристический рейтинг повышается, у меня есть эти башни. Отношения с интеллигенцией ухудшаются, правда. Супер вечеринка для дипломатов когда можно провести. Ладно, значит, городское развитие. И хотя людям... И поехали многоквартирочки строить. А, вот это для обеспеченных. В основном давайте здесь поставим, посмотрим, как будет заполняться. И вот торговый центр еще интересно. Самообслуживание. Нет, давайте самообслуживание оставим. Напоминаем гражданам, что незаконный взлом не останется безнаказанным. Чтобы получить новую, абсолютно законную работу, все что хакеры горит? Должны Таверна. Обратиться в центр кибероперации. О, сразу дофига народу стало жить. Меньше электроэнергии, отлично. Так, давайте еще. Как у нас тут бездомных? 122. Ах, мой друг президент, великий лидер. Фантастические отзывы. Поживают ваши амбиции, надеюсь... Четыре раза надо провести фантастические привет, пресс. Отзывы. Отличный денек за ночь. Ах, президенты. Так, минус центр киберопер. Так, что там опять не хватает? Ну, тут я не знаю, почему досок постоянно не хватает. Бревен, точнее, я их произвожу. Страховка от рыжих. Предположим. А тут кукурузы. Постоянно не хватает. Может, кстати, кукурузы и дофига. Может, мне перевозчиков не хватает. Я вот построил еще кукурузу. Давайте еще тут компанию перевозчиков сделаем. Так. Теперь высотку. Официальное сообщение дворца подтверждает, что Бог любит Эль-Президенте, чья вера тверда, как камень. Святых пресс-релизов, Тропико! Офис надо построить. Так, правительство и финансы. Приносит прибыль, зависит от общего числа занятых рабочих в Тропико. Ну, зашибись. Давно пора. А, так, кибер... Что он там сказал? Рейд фантастические отзывы. Четыре раза. А потом давайте ограбление. Какого чуда? Время отдыха туристов увеличивается, туристы платят больше. Повышает производительность всех плантаций. Вот я бы вот это взял. Зимний дворец. Во время восстания будут атаковать Зимний дворец. Не, не хочу. Стоимость активации действий указов снижение. Ограбление храма неба буду. Слушайте, раз такое отношение, может, денег попросим? Всего-то на 20 уменьшится. Не хочу вас напрягать, но решение мне нужно как можно скорее. В смысле открывает автоматизация? Они же у меня и так открыты. Да, странно.
Знаю. Военные понимают важность промышленности, потому что мы делаем их оружие. Еще одни американские горки. Сынок, твои игрушки... Ну, это, по-моему, это... Я никогда не считаю цыплят до того, как они вылупятся. Выполнено. Но обязательно считаю их после этого. Спасибо за услугу, президенте. Отключено атеистическим государством. А можно все церкви снести? Привет, президенты! У меня есть предложение. Окажите мне... Пресс, наши деньги работают. Я скинул акции, набрал... Так. Здесь... Что в офисе можно сделать? Офис производит доллар... При базовой за каждого работающего жителя производит 2 доллара на каждую семью, проживающую в жилых строениях. 5 долларов на каждого сотрудника правительственных. Я не знаю, что из этого. Ну, вообще надо посмотреть, наверное. Сколько у нас живет? Давайте, мне кажется, поставим обслуживание покупателей вот так. Блин, высотки пользуются огромным спросом, я смотрю. Ну тут красивый вид будет с этой высотки. Наверное, надо еще одну электростанцию ставить. Появилась пара возможностей. Ничего противозаконного. Точнее, ничего, что можно было бы доказать. Линии, стадион. Давайте стадион построим. Так, институцию не хочу менять. Блин, хрена себе, стадион огромный. Да мне его бахнуть. Я бы сюда поставил, только надо тогда эту плантацию кофе. Прекрасные времена. Снести. Шок будущего. Агрессия на дорогах. С технологиями все стало намного лучше. Не влазит. Ладно. А, блин, тут еще. Все, он, наверное, не будет влазить сейчас. Так, фантастические отзывы увеличивают количество туристов ко мне.
Творец отрицает, что в воду были добавлены химикаты, подавляющие волю граждан. Позвоните нам и скажите, что вы об этом думаете, если сможете. Я пришел к вам сразу, как только раздобыл их, президент. Президенте, вы добрый друг, но мою тоску не прогнать. Ближний Восток заявляет о своей симпатии к Тропико, а мы уже давно симпатизируем их товару. Это прекрасная нефтяная дружба. Эй, президенте, если помните, ничто не идет так, как мы планировали. По моим расчетам, вы улучшили... Президенте, мы были готовы запустить протокол экспорта, но вдруг началось. Ура! Вперед!
Говорят, что война полезна для бизнеса, но на самом деле для бизнеса полезно заработать кучу денег так... Президенты. Официальное сообщение дворца подтверждает, что Бог любит Эль-Президента, чья вера тверда, как камень. Святых пресс-релизов, Тропико! Спасибо за помощь, при... Президенте, чувак! Нам нужно обновить операционную систему. Мы отключим... Ура! Вперед! Ха... Лучшая защита – это хорошее нападение, президенте. Но я посредственный нападающий. О, сработало! Хотите помолиться о хорошем урожае? Загляните в храм неба. На 100% соответствует католическому учению, иначе мы вернем деньги. Граждане требуют провести выборы, президент. Друзья, народ Тропико! Золотая эпоха процветания настала для каждого ныне живущего тропиканца.
Это произошло благодаря вашей вере! Вашей вере в меня! Эль Президенте! Все остальные страны завидуют тропику и едва это скрывают. В этом нет сомнений. Ведь в нашей стране все лучшие памятники, а в их странах они продолжают исчезать. Я знаю, как вы страдаете, жители тропико. Стены трясутся, а крыши протекают у тех из вас, у кого есть крыши. Уже скоро крыши будут у всех, а стены у многих. Поговорим о росте. Тропико нужно расти, как живучему сорняку. Но даже у сорняка... Именно вас, друзья мои, я благодарю за то, кем я являюсь сегодня. Быть президентом – великая честь! Да здравствует тропико! Новая медицинская услуга в Тропико – лазерная хирургия глаза. Для тех, кому ну очень нужны глаза-лазеры. Безопасно. Вы сделали то, что я просил, но я не взбудоражен так. Уверен, что добрые граждане Тропико...
Говорят, что война полезна для бизнеса, но на самом деле для бизнеса... Еще бы чуть-чуть, президент... После напряженной борьбы президент все же остается любимым и неоспоримым вождем Тропико. А оппозиция уйдет в отставку и поселится на острове Эльба в Тоскане. Привет, пресс! Отличный денек! Прошу прощения, тут шумело все всякое. Ну, по-моему, игра уже выиграна, просто хочу уже открыть полностью все, что тут имеется. По максимуму. Копить 250 тысяч швейцарских франков я, конечно же, не буду. Постоянно. Давайте еще один литейный завод, кстати, можем построить. Там у меня несколько предприятий, которые требуют стали, у них постоянно ее не хватает. Знаю, военные понимают важность промышленности, потому что мы делаем их оружие. Блин, что это за... Почему у меня бумкает что-то все? Что за бумки? Уже все исследовано. Опять анафема. Президент. Я еще не все религиозные строения снес. Официальное сообщение дворца подтверждает, что Бог любит Эль-Президента, чья вера тверда, как камень. Святых пресс-релизов, Тропико! Пресс, наши деньги работают. Я скинул акции, набрал опцион. Так, чей офшорный офис разместим? С кем у меня тут отношения? Вот Китай, может, со мной воюет? Давайте Евросоюза. Еще не хватает, давайте еще рыбхоз поставим.
Ну вот, вы слышите, да? Как будто кто-то стреляет по мне. Так, давайте тут метро поставим еще. Хотя тут вроде все. Кстати, а сколько у нас заключенных? Не так уж и много. Колеса света все поставлены, это ничего не надо. Авианосец. Давайте авианосец поставим. Обмен обороны можно. Я люблю же денег просто. Пентагон у нас. Уже просто некуда девать. Комплекс переработки мусора. Блин, церковь как-то мешается. За ферма сахар перенесем. И здесь поставим перерабатывающий завод. Интересно, это не хочу. Психбольницу я бы поставил. Психбольницу и всех туда. Всех комментаторов, критиков туда бы свозил. Рядом с мусороперерабатывающим заводом. Я, в принципе, уже безработных-то особо и нету. Туризма побольше. Давайте. Отель у нас и так дофига. Аэропорт, этническую резервацию. Где-нибудь. Здесь побольше туристов приезжали. Развалины. Скажите, а их на каком-то определенном месте надо? Понял. Можно только на незастроенных площадках с древними руинами, понял? Давайте космическую программу сделаем. Так, сколько там сотку оно требует? Творец опровергает все слухи о создании орбитальных лазеров для контроля разума и просит граждан воздержаться от покупки шапочек из фольги. А я бы купил. Че, опять нефти не хватает? Не хочу вас напрягать, но решение мне нужно как можно скорее. Ничего не хочу менять. Ничего не хочу тут. Так, а...
Ядерная программа. Еще сотка. Ну, в принципе, 450 дает. Тут все, все рядом программы были. 450 энергии дает. Электростанция. Ночной клуб посольства. Чё? Кстати, все посольства хотят ночной клуб, непонятно. Давайте-ка эти развлекательные всякие штуки сделаем. Я клуб поставим. Современного искусства. Дельтапланеризм. Пляжный курорт. Морской парк Шноркель. Вместе рыбного промысла. Так, это построенный ресторан деликатесов. Поле для гольфа есть, коктейль-бар. Будь здорова. Оперный театр. Как я вообще жил без оперного театра, мой остров? Да блин, не влазит нигде. Анна. В промышленной зоне поставим. Ай, хрен с вами, давайте. Тут улучшим пускай. Баланс сети 320. Удовлетворенность верой. У нас атеизм. Запуски не загрязняют атмосферу. Так. Что-то ночной клуб не строят. А как мне запустить? 5000 единиц знаний стоит. Thank you.
Слушайте, а что за мавзолей? Что-то я его не строил. Быть может, вы заметили за окнами экспериментальных дронов-наблюдателей. Только без паники. Они атакуют, когда чувствуют страх. Какая из сделок вам приглянулась? Они все законны. Блин, не понял. Ночной клуб построен. Построить ночной клуб у посольства Ближнего Востока. Что за фигня? Ночной клуб. Вот он построен. Даже входит в радиус. Давайте еще один попробую сейчас вообще прям рядом. Ну, это бред какой-то. Ближний Восток. Ну, торговый путь завершить импорт с державы Китая я не смогу. Я просто вся торговля тут уже идет. Ядерными испытаниями. Поиграть мускулами. Почему я это не могу ничего делать? У меня вопрос, что это за выстрелы постоянные? Может, и самолеты так взлетают странно? Ну. Президент, есть. Вы добрый друг. Завершите импорт. Блин. Ну, мне придется от кого-то отказываться, значит, здесь. Ром. Ну вот бревна, потому что что-то не идет нифига. Так, импорт мне надо. С Ближним Востоком. А у него только импорт кукурузы. Ну, поехали. Ты меня в Союзе, это надо, типа, чтобы выполнить окончательно все квесты. Бабла у меня, конечно. Давайте вечеринку для дипломатов проведем. Когда между нами появилась пара возможностей, ничего противозаконного, точнее ничего, что можно было бы. У нас проблема. Вот у меня бездомных банкроты, бездомные. Все остальные нормально обеспечены, не знаю, где мне их селить. То есть мне какой-то надо дом, чтобы там и банкроты могли жить. Видимо, бараки. Или коммуналки. Сейчас попробуем коммуналку поставить. Дискуссиям о стволовых клетках нет конца.
А ботаники Тропико сообщают, что уже давно с ними экспериментируют. И с клетками листьев, и лепестков тоже. Ну, в принципе, должен успеть этот импорт провернуть. Так. Производить одежду прям религиозной фракции так сильно нужна одежда, да? Сколько осталось кукурузы-то? Это задание я выполню с Ближним Востоком. Туризм тут опять нефти, видимо, них нет. Каучук, кстати. Безработных граждан всего 12. Короче, я уже всех устроил на работу. Так, где у нас коммуналочка? Выполнено. Вы сделали то, что я просил, но... Бесплатный чертеж мавзолея. Китай сейчас со мной воевать, наверное, будет. Что торговать будем? Уран, табак, украшения давайте. Украшения я ни с кем не торгую. Так, коммуналки бедные. А как сделать, чтобы жили банкроты вообще? А, может не брать... Вы посмели разочаровать? Может... не брать плату за жилье. Давайте глянем, что у нас вообще по доходам уже, расходы. Аренда всего 90... Ну, 100 тысяч, считайте. Я потеряюсь и не буду брать плату за жилье, да? Давайте попробуем указ этот принять. Правда, с капиталистами ухудшатся отношения, но... У меня с ними и так 81. Давайте. Почему гордый? Да, банкрот может жить, отлично. Еще везде могут банкроты жить, то есть у меня сейчас вообще должно бездомность уйти в принципе. Да, ветер сильнее, чем обычно, и вдалеке слышны раскаты грома. Но, уверяю вас, дворец в безопасности. Какое-то стихийное бедствие. Я не понял, как мне вот это запустить. О, могу создать бомбу. Так, а здесь... На престиж давайте запустим. Полетел первый тропиканец в космосе. Граждане требуют провести выборы, президент. Вообще полностью свободные тропиканцы. Нет, давайте консерваторов. Никого не будем обвинять. Ничего не будем улучшать. Я знала, что вы сделаете правильно.
друзья. Каким-то образом. Народ тропико. С религиозниками улучшил отношения. Золотая эпоха процветания настала для каждого ныне живущего тропиканца. Ну, это же произошло правда. Произошло благодаря вашей вере в меня, Эль Президента. До меня доносились раскаты недовольства, но мне пришлось применить меры безопасности из-за неясных угроз. О, поверьте, надо создать бомбу. Я ценю свободу личности. Ни одна сверхдержава не начнет вторжение. Тропико гордится своим наследием. Мы воздаем благодарности консерваторам, которые не позволят нам сойти с нашего пути или изменить его. Так, а где ж мавзолей? По-моему, я его строил. Вот что объединяет наш великий народ. Я смиренно даю обещание, ведь я и есть Тропико. Помните, голосуя за Эль Президенте, каком вы он разделе? Голосуете за меня. Ботанический сад. Кстати, а есть ли у нас ботанический сад, развлечения и веселая пристань? Если нет, то надо построить. Все, у нас безработных 8 всего лишь. Так, ладно. О, мавзолей в СМИ и образовании. Не вижу я мавзолея. Давайте строить. Собирать деньги по смерти несметно... Ну, у нас, правда, нету несметно богатых граждан. Только богатые. Рядом с Тадж-Махалом. О! Ром закончился, так что можно еще продать автомобили. Давайте в США автомобили. Так, бесплатное жилье все равно не особо повлияло. Ну, разница 90 тысяч стала. Нормально. От аренды уходит только офис и офшорный офис. Кстати, доход за все время 78 тысяч. Давайте, может, еще что-нибудь китайский офшорный офис поставим. Музей детства. Давайте музей детства. Президента никогда не умрет, поэтому вы можете принести цветы в новый мавзолей. Покажите, как вы любите нашего бессмертного вождя. В криогенном сейфе все будет храниться, граждане голосовать за меня. Отлично. Так, значит, это мы уже запустили, давайте бомбу создадим. Никто не посмеет на нас напасть.
Уверен, что добрые граждане Тропи... Надоело, что... Накормим народ. Ну, в колонии поселения Тропико давайте вернем. И детские знаете... пособия. Да, бездомных практически уже. Да, еще один, еще одну высоточку можно построить. По конституции пройдемся. Право голоса, открытое голосование, профессиональные солдаты, атеизм, ранние пенсии. Здесь свободу перемещения теперь поставим. Повышает... Давайте свободу СМИ поставим. Право на личную жизнь. Система единого плательщика. Гражданский брак. Международные торговые партнеры. Все. Появилась пара возможностей. Ничего противозаконного. Вакантное место иностранных дел. Постоянно министры куда-то сваливают. Опять. Религиозники одежду хотят. На выборах вы про... Не хочу вас напрягать, но решение мне нужно как можно скорее. Не буду тратить. Согласно словам президента, эта политическая победа была самой крупной и незабываемой в истории Тропико. Мы уверены, что дворец просто скромничает. Опять. Куда министры деваются, не понимаю. Департамент образования и свободы, департамент... Нет, вроде работает. А что тогда этот написан? Какие у нас... Давайте посмотрим, как у нас теперь с экономикой. О, уже... Разница в 50 тысяч. У нас миллион. То есть, в принципе, я могу принимать указы какие-то, которые... Агросубсидии. Можно агросубсидии, кстати, принять. Посмотрим, это вполне может... Так, каждый богатый и несметно богатый 5 баксов в месяц. Сколько у нас богатых и несметно богатых? Богатых 168, я не смотрю. Кстати, почему нет? По какой-то... Индустриализации нет, досрочное военное положение не надо, сухой закон не надо. Ну, у меня с преступностью, наверное... Криминальная безопасность. Ну, тут вот что-то... Такое... Просто 300 баксов, ну хотя можно. Конечно. Зачем платить? Бесплатные колеса тоже можно. Бедняки жал.
Загрязнение... Да все вроде тут. Вот эти, этот перерабатывающий завод-то работает. Бездомных, 19 без работы. Как у нас по туризму? Ну, не знаю, чтобы особо я сильно их привлекал на самом деле. Без работы 15, 5 вакансий, на самом деле 10 питает. Я пришел к вам сразу, как только... Так, ну что, бомба создана? Ну, я так понимаю, да. Что я должен тратить еще на содержание бомбы, кстати? Ядерная программа, 1800. Да, значит, все, на меня уже никто не нападет. Все исследовано. Что делать теперь? Ну, короче, я думаю, что на этом можно завершать. То есть все пройдено. У меня уже никаких памятник космосу. Давайте построим памятник космосу. У меня уже никаких проблем в дальнейшем быть просто не может. Давайте суд поставим. Уже это такой плюс по деньгам идет. Все построено. Это есть, это есть. Вдохновляющий рекламный щит надо. Я просто поставил себе никакой цели тут. Специально просто, чтобы реально все построить, все посмотреть. Развлекательный центр, кстати, по-моему, нету. Давайте поставим. Тут. Дворец отрицает слухи о возможности генетических модификаций сговорчивых граждан. Звучит убедительно. Ну, поддержка 73%, удовлетворенность 80%. Работаю не потому, что меньше, чем, не так много плачу, как, наверное, хотелось бы ребятам. Так что, все пройдено. Я не знаю тут, что я, чего я еще не сделал. Давайте, может, испытаем просто ядерку напоследок, посмотрим, как красиво сейчас. Взорвется. Я знала, что вы сделаете. С религиозной даже фракцией отношения улучшаю.
А я еще один черный офис хотел для китайцев построить. Тут давайте. Ну, испытание ядерной бомбы. Чисто. Так. Полетела. Будет ли взрыв, или она просто улетает и все? Я хочу ядерный грибок. Посмотри, сейчас надо новую бомбу создавать. Ну серьезно, не будет никакого взрыва нигде? Куда она улетела? А, это самолет залетел. Или возвращается бомба? Нет, похоже, нет. Ну, блин. Конечно, игра, в которой нету ядерного взрыва. Так себе, прямо скажем. Ну, на этом я считаю прохождение Тропика 6 завершенным. В общем-то, вот так. Китайский офшор. Сделаем. По-моему, продолжать тут нечего. Тут уже я по максимуму все сделал. Если нет, то напишите в комментариях, что я еще упустил. Но, по-моему, это все. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!